Я сегодня расскажу еще о новой игрушечке, называется она 300 спартанцев. Это такая красивая игра, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Здесь, по-моему, 4 миссии играют, она небольшая, весит она тоже очень мало, она совершенно бесплатна на Google Play Market, весит она, по-моему, 46 метров. Ну что, посмотрим, как играть. Вот видите, движение, также атака и блок. И вот щит плюс щит. Управление довольно-таки легкое. В опциях что можно настроить? Можно настроить опции игры, то есть включить обучение. Я отключил потом аудио, видео, видео яркость, аудио громкость, выбор языка. Игра, меню, практически все озвучено. Ну давайте нажмем на начало. Игровой процесс я озвучивать не буду, там в принципе озвучивать нечего. Там нужно рубиться, убивать пиратов, или кто на вас нападает. Здесь мы играем за греков и защищаемся от персов. Ну, вы озвучивать я вам его не буду, там все и так понятно. Вот. Ну, давайте нажмем на начало и посмотрим, что игра из себя представляет. Поняли, что игра себя представляет. Кто желает, скачивайте. У меня на THL телефоне немного подлагивает. Здесь подлагивает может только при видео. А так она не подлагивает на тегре. На Asus'е с тегре 3. Ну, всем желаю удачи. Записывайтесь ко мне на канал. С вами был ваш Гангус. До свидания.